Только не ты, только не ты. Нет. Открой я! Открой! Всем здорово, ребят, с вами Кайсер Кот. Да блять, что? Ёбаный рот, я микрофон говорю. Я микрофон людям КС начал это говорить. Всем здорово, с вами Кайсер Кот, добро пожаловать в новый видосик. И я вернулся спустя целых 3 дня. Вернулся целый ненужный рок-код. После кое-каких проблем. Всем здорово, если что, я рок-код. Всем приятно питье и всего питье. И всего-всего вам хорошего. Вот. И сегодня видосик. Вышло обновление, первоапрельское обновление у нас с вами вышло. Сегодня его мы с вами будем снимать. Ёбаный рот, сколько присоединяется людей. Сегодня его мы с вами будем снимать. Вот. Сегодня 1 апреля. Нет, не сегодня. У меня уже 3 апреля. Я вернулся. Я где-нибудь на стриме расскажу, что где кого. Вот, но тут ничего в лобби, я так понимаю, не изменилось, кроме лифтов. Вот, но, естественно, и самой игры. Сегодня, ребят, мы это увидим, сегодня мы это узнаем, сегодня я это узнаю. Ну, мы же давно все узнали, пока меня не было. Вот. А я только пришел. Блять, а мне? Ой, спасибо. Спасибо большое, Нубик. Нубик, огромное спасибо, люблю тебя. Какой красивый, клевый пиксельный лифт, супер. О, а музыка. Пам-пам-парам, ю. Чё? Чего? Можно тебя вырубить? Нет. Окей, привет, здорово. Чё за звуки? What the fuck? Чего? Чё происходит? Вы чё? Так, графон, да, графон поднимаем, кстати. Окей. Чего? Это, да, я... Да. Первоапрельское обновление, да, я знаю, что здесь должны быть шутки, но я просто не ожидал, что настолько... Ты не переборно. О, ключ. О, нет, о, нет, только не сик, только не сик. Ты где? Скрэч, точнее, скрэч. Господи, какой ужас. Блять, там какие-то звуки на фоне. Я слышу с 51 зоны звуки, кстати, прикольно. Смайлики. Скрэч тут везде спавнится, вот это классно вообще. Естественно, это был сарказм, да? Вот. Блин, на 1 апреля я не смог сделать стрим, ничего не смог сделать. А кстати, я помню, я уже забыл, что я хотел сделать, но помню, что хотел что-то вам сделать. Но я забыл, что хотел вам сделать на 1 апреля. Но в принципе, тогда уже можно сказать похуй потом. Да ну нет. Тут же нет, надеюсь, хайда, верно? Ну ладно, вот так вот сделаем. Оп. Амбуш измененный, вам не кажется? Вам не кажется амбуш измененный, кстати? Если что, это не стрим, я сейчас просто сам по себе. Вот, да. Но мне кажется, амбуш измененный, он стал, по-моему, как-то... What the fuck? Он стал как-то качественнее, что ли? Ну, в смысле, без пикселей, без эффектов, или мне кажется? Может быть, я давно просто не играл. Вот. А, господи. Не понял. Окей, я уже сломал игру. Да я сколько можно? Скрэч, я тебя поймал, хватит пыскать. Там на заднем фоне какие-то странные звуки. Что? Чего? Чего? Окей, это... Стоп.
Это похоже ли? Да! Да, я был прав. Да-да-да-да-да. Это оно самое. Да. Тихо. Окей. Я вас понял. Окей, еще и паркурить надо. Вот это, конечно, жестоко. Ой. Давайте лучше сюда. Бля. Да я прыгаю! Да я прыгаю, в смысле? Ну классно, минус я. Так я прыгал, я на пробел нажимал. У меня пробел не сломан же. У меня клавиатура не сломана, все работает. Чего он идет? Видео, думаю, не такое огромное будет с учетом того, что... Блин, мне жалко, мне страшно сейчас проходить, потому что он еле прыгает. Это типа 1 апреля? Это типа такая тоже шутка очередная на 1 апреля или что? Почему он еле как прыгает у меня? Или здесь какая-то стамина типа есть? Блин, стамина в играх вообще, кстати, очень сильно бесит. Дождаться, мне кажется, да? Наверное, можно было идти спокойно. Не знаю, ладно. Сейчас он уходит, и я бегу. Окей, я понял. Это типа такой, как бы, измененный побег от Сика, да? То есть эту игру пройти, в принципе, быстро можно. Так, дальше идти, да? Дальше сам... Да, дальше уже идти. Надо. Не ждать, когда он обратно вернется. Потому что не совсем безопасненько. Хорошо. Прыгаем. Все. Отлично. 13 секунд. А мне достало, да, интересно. Все-таки 1 апреля не хз-хз. Может быть, нам фартанет. Мне кажется, я умру. Ну ладно, разделим видео, почему бы и нет. Я только за. Ой. Я только за таких контентов. Блять! Спрячься. Шкаф! Да, нечестно! Нечестно сейчас было. Осуждаю ваши действия. Погоди, не просто. Ой, закрой, не закрой! Вот это сейчас страшно было. Они не закрывались. Ай-яй-яй-яй-яй, не надо. Я понимаю, ты хочешь ко мне на превью, но ты уже у меня будешь на превью, я уверен. Так. Все. Отличней. Ага, плохо. Стоп, а я повязаю шкаф. А я повязаю шкафы. Знаете, я повязаю, может. А, все. Ладно, уже все. Окей, у меня скретч, глаза на превьюшке, отлично. Ага, ключи, хорош. Прикиньте, я с таким хп сейчас выиграю. Не тут-то было. Какая-то яркая, сейчас фигура, наверное, будет. Как? Как я угадал? Она ря... Стоп, это она? Ой. А туда вниз падать можно? Ой. А я знаю, как можно проверить, если она меня не убивает. Да-да-да-да-да. Да ты скотина же. Не руини катку. Я знаю, как можно проверить. Оп-оп-оп-оп. Ага. Это работает. Как же я гениален. Господи. А это правильно. Или нет? Не, ну раз он не идет, значит... Да. Господи, ребят. Как это круто. Как это здорово. Когда ты умеешь пользоваться мозгами. Так. Да ну нет. Какая-то невидимая херня. Я должен её... Я должен... Ой, а там чё вверх? Чё? А, нет, вот, сюда можно. Ага. Ага, блин, я... Извините за громкий пробел нажатия. Просто, блять, я не знаю, это либо в игре баг, либо это у меня... Ой. Либо это у меня клавиатура сдохшая. Сейчас скретч появится? Скретч? Смотрите, сейчас появится. Блять. Страшно. Окей. Ой-ой-ой. Блин, я этого фонаря испугался просто. Интересно, здесь есть вещи какие-то? Блин, мне надо делать Википедию отдельно на 1 апреля. На 1 апрельские дурсы, походу. Да? А почему бы и нет? Окей. Везде паркур, я паркурю, все отлично, мы паркурим. И мы доходим до конца. А потом окажется, что надо искать... Это Джефф Шоп. Ничего не произошло.
Это, знаете, это, наверное, отсылка на то, что игроки постоянно кликали на него. В ожидании того, что появится там скример, или просто на него по приколу ради скример кликали. Он же умер, типа, от этого, видите? А у него есть жизни, типа, ну ему нормально. Газировочки разные. И сам магазин. Прости, ничего нет, в следующее время. Спасибо, супер, окей. Окей, вещей здесь нет, потому что он ничего не продает. Мне кажется, он бы что-то продавал, если бы у него были бы вещи. Я реально пройду? Или это, может, это прикол какой-то? То, что типа, не 100 здесь дверей будет. Не думаю просто, что это так. Вот. А раз какой, кстати? Может быть, мне кажется, я не знаю. Кстати, раш из круга сделан огромного. Окей. Блин, давайте-ка не пройдем на эту катку, пожалуйста. Давай не надо. Ух, ёбаный рот. Это... Этот, как там? Короче, корзина яиц пасхальных, во. Только не ты, только не ты. Не... Открой я! Открой! Ты скотина меня слить пыталась! Эта скотина, здесь все-таки хай существует, короче, у меня слить пытался, 100% существует. Что за звуки? Мне не нравится, что здесь глаза часто, но в смысле того, что для игры это норм, в принципе, наверное. Но не для меня. Надоедает, во. Да ты скотина же, а! Откройся! Ты, да нет! Как все просто пытается мне заруинить эту катку, ребят? Все просто пытается заруинить мне катку. Как это работает? Прикиньте, итог меня убивает, короче, Scratch. Чё? Я же не... Ляд руина, конечно. Я говорю, меня... Ебать, я сказал. Меня? Мне пытает... А? Ну, блядь. Ну, конечно, под конец вы мне его добавите. Мне под конец пытается заруинить все игры. Всю игру. Кого? Чего? Чего? Кто? Дракоблоксер. Что? Вначале, кстати, было сообщение, появится Дракоблоксер. Это он? Что это? Я убил Дракоблоксер, достиг 34 двери. Что это? 4 всего, минус 90, ретро, фаном. Такс. Это типа сори, да, такой. Ладно, ребята. Наверное, всем покедовался и был как за рукой. До этого у нас с вами будет конец. Их несколько. Я понял, наверное, мы должны были пройти за 600 секунд эту игру, что ли, походу. В общем, всем покедова. Ребят, на этом надо видео будет к концу. Я попробую завтра пройти. Завтра выложу видео. Вот, сегодня, прям сегодня, 3 апреля, я выложу это видео. Так что всем покедова, без шипка. Удачи, пока.